Друзья, сейчас каждый второй на ютубе занимается прогнозами не на погоду, анализируя все в своей телеге. Ну что же, настало наше время, и мы подошли к этому максимально имбово. Говоря мы, я не имею в виду диссоциативное расстройство идентичности. Я собрал целую команду ребят, которые уже второй месяц выдают максимально положительный результат. И только за это время мы в 4 раза умножили наш первоначальный банк. А в общем, вы поняли, что прямо сейчас нужно заглянуть по ссылке уже в нашу телегу, где будут все подробности, а также розыгрыш абсолютно любой арканы. Да, ты сам выбираешь себе приз. Участников пока немного, так что шансы у тебя реально велики. Залетай. Ссылка в закрепленном комментарии. Короче, ребят, я вообще не помню, что делать в этой кастомке, но я могу сказать одно точно, что предыдущий видос по этой кастомке назывался «Полная наркомания». Я надеюсь, что будет примерно то же самое. Это то же самое будет, я тебе уверяю. Значит, пошли. Вопрос, что за режим? У меня тот же вопрос. Сейчас поначалу все медленно, так нормально будет, а потом, когда все разыграется, поймешь. Так, каст-бонс, че? Кстати, вот этот каст растет. Каск. Ну, короче, да, ты делаешь тычку, и какой-то из твоих скиллов с процентом вылетает кого-нибудь в рандомную точку, в рандомного героя или в крипа. Медленные крипы, медленные курьеры. Угу, это вот это вот. Супер, не круто. Че, лаки, колбу и фигачить будем. А я включал второй, я думал, что он сразу начнет кастоваться у меня по КД. Ну, принципе, ладно. Это когда бьешь, это только когда бьешь, не тогда эффект кастуешь. Ну, сейчас узнаем. Пошли, когда убили. Давай. Барыш, включай. Да, блин. А ты? Я еще и туплю. Первая каска полетела. О, вот каска полетела. О, видишь? И пошла музыка. Музончик. Пошла музыка. Музончик нормально. Главное, своя музыка играет. Главное, чтоб реально на него авторского права никакого не было. А что это за эти летят? Я пошел. О, каска. Спасибо за каску. Музончик топовый, мне нравится. Да, это Скриликс. Я так понимаю, тут надо кастовать постоянно, да? Просто бей крипов. Любого крипа бей. Да, она будет кастоваться. Рандомно. О. Ну, я на всякий случай, короче, кинул... Он мой баф украл! Тихо, брат. Брат, сват, квадрат! Антиквариат! Сади волнение. Не, я просто вижу, что... О, я сосу у кого-то, отлично, мне нравится. А каким образом Сэмка убила этого? Моя колба прилетела. Куда? Короче, да, тут и правда, походу, будет сейчас полная наркомания. Да. Ай, за тут калины. Музон просто огонь, прямо аж... Дичь какая-то происходит. Так, короче, я так понимаю, можно мне кастануть. А, даже кастовать духов не надо. Понял. Да, да, они сами будут вылетать, типа. Больше так, духов. Ты еще и заденайл? Ты че? Как тут же маточку, короче, обращайте. Я больше вот тычку. Не надо мне. Говнецо свое. А, тут же ЦМ-ка будет просто еба с талантом на плюс 200 скорости атаки. Реально все закручено на скорости атаки? А, господи, у меня тут крипы с ультом вайпера. У нас вайпер все эти наши споты зафигачил вторым скиллом, я теперь не могу фармить. А, я просто вайпер, могу не за нас. Ой. Посмотрите, вот как я ультую. О, как прикольно. Ты можешь вот эту штуку тогда на споты кидать. Она будет фармиться. Вышел, пришел, пошел обратно на пас. Так, Лина, Лина против нас. Угу. Вот в меня от Лины прилетает постоянно говно какое-то. Ой, Бейн меня жрет, больно. Бофнер, чтоб бить. Бейн! Бейн! Отпусти! Сука! Ну тогда не только Скриликс. Все подряд. Тут вроде только Скриликс, если не ошибаюсь, только вот он. Вот это не Скриликс, например. Ты уверен?
что это не он. Ну дежавю это из аниме вообще. Кстати, я тебе скажу то, что большинство аниме берут у Скриликса. Лагуна так-то больно бьет. В первом курсе нет, дежавю было написано авторами аниме. А, ну дежавю, да. Дежавю. О, энрейджи постоянные. Улоги. Да, 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 вот это плюс. Блин, опять Пейн меня жрет. Фигово. Я никогда никого не убиваю, но сам мне самому умереть сложно очень слишком сильно. Там моя ульта у вас. А предметы тоже будут прожиматься или где? Нет, нет, только скиллы. Блин, умри. Он будет постоянно сосать и эти ставить, варды свои ставить постоянно. Да там делся. Ульта! Ах ты ж. В лесах. Собачий собака. Начинается вахханали, я иду. Я прыгать сейчас буду по КД. Ой. Да куда? Прыг! Блин, тут очень много магического урона, я думаю. А. Прям надо собрать предметик. Айпу. Угу. А что меня тэпает? А, блинки тоже кастуются. Ну, глинцы еще, типа глинцы от дизераптора очень сильно раздражают. Ну, пока, брат. Ай, Лина. Слушайте, а пугна-то сейчас вообще сосать будет нормально? Да. Мне надо, чтобы пацаны пожирнее стали, и я бы у них нормально там насасывал. А у тебя разве мгновенно связка не рвется, когда, типа, дальность большая? А, нет. Ну ладно, все равно. Я думаю, рваться будет. Уже больно. А можно жить? У меня вообще плавится. Ну, очень больно. Я заточить не могу. А мне... Я просто живу всегда. А меня все. Дежавю, господи. Меня точно прилетит за эту кастомку. Чем такой быстрый? Че так больно? Я просто выйти не могу из базы. О, Герыч там кастует. Да ты хочешь что-нибудь с ним сделать? И не только с ним. Если мне кажется, ли вас там пушат? Нас пушат, а я ничего не могу сделать. Нас все делают, нас пушат и убивают. Так, ману поднять себе. Отлично. Сейчас буду тоже стараться подпушить немного. Я только выхожу, у меня сразу все скиллы полетают в игре. Triple kill. Воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу, полегче! Что там у вас происходит? На меня тут задушили. А как вообще обычным героям жить против той же, того же Бэйна, который ультует по КД? Не знаю, брат. Я вот типа за Урсу бегаю, мне кайф, я ничего не чувствую. Тут любой другой герой страдает. Не знаю, я тут сейчас натыкаю, ой. Надо ветра себе собрать. Лигис забрал, понимаю. ТП-шку мне сбили, офигеть, кайфово. Во, ништяк, у меня просто миллион сифонов сейчас было. Ай, вот это не прикольно. Я там кого-то убил? Просто в сон сейчас прилетел, ультимейт Лины. О, привет. Ай, лагуны, две лагуны сразу прилетело. Чай, наконец, сон. Это все. А, ну все, меня затыкало лагунами. Меня в сон постоянно кидает. Пацаны только начинают меня что-то кастовать, и меня в сон кидает. Не зря башер собрал. Жить. Аурова есть управление магией, это стопудово. Где я? Ага, бью. Живу? Сука. Прилетело. Я ж супер. А чего? Все, она лагуной меня шотает уже. Что, Алина? Да. Мы ее гоним сейчас.
Урса, что с тобой? Во все стороны просто распрыгался. Давай, пошли. О, у меня рейдж выключился. Очень больно-то. Можно жить? Чуточку. Не, без крипов реально мы не закончим без крипов. О. Так, а что, обязательно крипов бить? Нет, я имею в виду табор, бэкдор. А, понял. Да не, ну мы также суету наводим просто. О. Ну, нормально меня тут. Я сейчас подпушу один раз. Жесть. Так, пожалуй, я вот так сделаю. И вот так. Бегу, пацаны, бегу. Я не понимаю, где я просто. Меня постоянно глимсуют, что-то делают. Я постоянно в замедле. Ой, у нас там что-то бот пушится прям. Очень жестко. Это вайпер слей, да. Я с базы даже не могу выйти. А, он быстро сделал. А что он делает? Он просто стоит, да, заплевывает абсолютно всем. А можно к нему как-то дойти? Да блин, глимсует, я не могу просто глимса играть. Типа, меня просто только глимсует и ничего делать не. Короче, здесь именно в скорости атаки, да, вся приколюха? Да. А, буйство, еще буйство. Сейчас мы с ним договоримся. Всего хорошего. Что, как дела? Раску нужно купить. Ну, Раска мне по кайфу. Нужна. Ну тебе ты понадобишься, да. Я убиваю их пока что. Давай, 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 я сейчас пройдусь. Не, там я уже не смогу стоять. Ай, больно мне, там не хочу. Че, я попрыгал, ребят. Да куда, отпусти, Бэйн. Невкусный. 15 тысяч на руках. Просто, можно кого-нибудь побить? О, все, меня не хотят отпускать. Сейчас мы также пройдемся по лайну. Отпушьте другие лайны. Я отпушу вверх. Урса просто стоит, прыгает. Ну да. О. Как кайфово ушам, когда я убираю камеру от себя. Я не слышу эти тысячи инрейджа. Зато мы слышим. Блин, а можно мне тоже хорошую скорость атаки? А, там же вайпер этот сраный. Да, да, да. Но я вайпера соло убиваю. Либо я не соло, не пойму. А бейны бегут что-то. Пацаны. А что, настоящий бейн умер? Пацаны, там бот прям вообще просится. Выйти, бля. Они отпушивают лайны все, я просто не могу пушить, они бэкдор. Мне не мешает. Так я говорю, пошли со мной по лайну. Ну погнали. Гони с ДФМ. Да-да-да, я так и хочу. А меня бы вайпер постоянно не заплевывал. Сейчас мы скоро затрат еще. Ты у тебя левел больше, чем у меня. У кого? У тебя. А я вайпера убил. Там Лина, он с вайпером. Господи, что со мной происходит? У меня лагает ничего. 20 FPS, понимаю. 40. Да, попробуй дойти хотя бы. О, лагать перестало. Хотя бы до Т4 дойти бы. Лимс. Пацаны, не дайте им зайти, выйти, вообще ничего не дайте. Эффекти мид. А, у нас опять крипов нет. Да похер. Просто бьем, стакаем, бьем, стакаем. Вот вайпера убейте. Вешать там. На этот, на казарму. Ой, блин, там не контроля не просто немерено. Не успеваю вылезти с контроля. Ой, Бэйн там слишком сильный какой-то. Ребят, сделайте что-нибудь с вайпером. Пожалуйста. А можно я с базы выйду сперва? На вайпере. Пашка, знаете, что юзать? Не тебе сразу. Сейчас я тоже тут настакаю. А, меня застанило. Все, просто меня застанило. Вайпер просто пушил, потому что у меня шарт. Да. А, шарт нет. Я, да, я к вайперу подошел, короче, хотел его съесть. Вот. А. О, а кстати, умер. А, ну все, я тоже умер. Меня даже Тараска не спасает.
А, подожди, у Вайпера же точно у него талант. Пассивка, да. А, нет, подожди, он этот талант еще не вкачал. Я даже не понял как. Ну, он типа с помощью ульты то, что вора бьет мне не хил, да. Ёб ебать, твою мышь, что у нас на базе происходит? Давай еще раз. Без зарядов ты будешь. Ой, это ж я буду раскидываться шарами во все стороны. Я, короче, дископак. Ты будешь тэпаться везде. А давайте кто-нибудь, хотя бы три человека будет на Рошана. Просто сейчас настакаем всего. Ну, пойдем. Давай. Тебе по очереди атаковать будем. Если он, конечно, кстати, не будет свой клэп кастовать каждый удар. Не, если рейнджер один только будет стоять впереди, а рейнджер кейт подальше, то нет. Суфер, кастани кнопку. Зачем? Суфер, кастани, давайте мы попробуем. Кто будет реализован. О, пошел. Пошел наш Ашана. Просто замес устроили тут. Знаешь, куда? Тут, куда я улетел? Нет, вот это мне вообще не нравится, почему гребаный пак делает такие тупые вещи. А, касками. А, каски с касками. Да. Они по всей карте будут летать? Так, Воркич, пока. Ты ж умрёшь, да? Ништяк. Ага, вард. Что такое быстрый? Нас кидаешь вард. Влад. Что ж там? Шарики не туда кидаешь, говорю. Да, вижу. Руки, жопа, жопа, руки. Не многовато ли у нас будет в миду пацанов? Акс будет хорош. Акс хорош будет постоянно на всех горелку кидать. Что-то такого, я просто не очень понимаю. Всегда все будут убивать крипов, потому что тут крипов, ну типа, у тебя все скиллы вылетают. Сколько маледиктов? Ой, маледикты. Где? О, здрасте! Вот это прикол сейчас был. А вовремя подошел. А, блин, а мне ТП-шится, наверное, опасно. Каски будут вылетать. О, ништяк. Где я? Ага, понял. Музон прям вообще огонь, просто тащусь. Намаливает. Куда наверх? Куда наверх? Я с рандомной точки карты себе закатываю. Меня вообще просто по всей карте кидает. Вот, блин, я мёртв. А, нормально, каски. Куда? Ага, понял. Режу. А, понял, да. Пукает. Избери мне как-нибудь. О, привет. Здорово. Привет. Ты сюда. А, здорово. Ультимейт пич токтора, серьезно? О, на тебе клима. Ребята, да здравствует вечная ночь. Остановите, пожалуйста, эту вакханалию. Я двигаться не могу. С мамчиком, чувак. Я встал в стан бесконечно этих... Ой, не-не-не-не-не, палка ВД. Палка ВД стоит бесконечно. Да. А не, она исчезает. Да? Да-да. Время от времени она исчезает. Надеюсь. Вот тут стояла, меня убила раньше. А сколько големов будет, интересно? Мне големы, кажется, крашены в эту игру, нет? Да. Может быть, убивали, блин, не тот талант взял. Где? А почему сюда? Ой. О, Барр, ты вообще? Пассивного, пассивной голды нету, вот это бесит. Ой, а кто здесь? Ай, ай, ай.
Ну давай. А нет, не почему сюда? What the fuck? Так, мне нужно. Почему скорее? Я юзаю скилл Гаргульи? Я каждый удар скил. На себя юзаешь или что? Да, так я именно как Гаргулья сажусь. Ага. Ты умрешь? Не умрешь, да. Ладно. Я не могу встать с места. Давай. Не-не-не-не-не, какие палки воды. Ой, а шаман, кстати, вот, сильный. Больно делает. Я не прямо могу, очень больно. Палка воды на каждом этом. Like на каждом споте. Найс герой так-то... Кто это? Почему так быстро не убил? Давай, кинь меня куда-нибудь. О, ништяк. Мне, блин, аганим нельзя брать, к сожалению. Почему? Где я потерялся? У меня вообще все, я не понимаю, что вокруг происходит. Но мне нравится, честно. Ой, палка воды из ниоткуда появилась. Там с Рошаном дерутся, пацаны. Погнали, помешаем. Го мешать, го мешать. А, на базе стоит палка воды, если что, ребята. Неплохо. Залетай на Рошана. А, да, там големы. Там палка этого воды стоит. Ой, сколько тут големов. У меня просто палка... Слушай, что-то не так больно. Все, меня просто во все стороны кидает. 5 големов нанизу на боте, если что. А я постоянно в шифте нахожусь. Просто не выхожу с шифта, пацаны. Тант на тычке взял? Да. Да. Весело. Иди по тавр к ним. Да блин, чё ж ты такой? Розочки. Ой, жесть, 10 тысяч на руках. Ты как так фармишь? Я не знаю, темов. Не надо. А можно меньше ВДшек в игру? Что? Ой, ворды, десворды. Что за? Понимаю. О, быстро. Нормально. Так, ты слушай, мне кажется, я знаю, что мне надо покупать. Мне теперь надо как-то умереть. Банты на всей карте просто. Так, а визу можно? А, палку вот. А, я понял. Ой, это кто такой только что? Кто задышал? Ой. Так, а где? Где предметы? Воу-воу-воу! Понимаю. Че, ребят, пушим быстрее, погнали. Значит, шанс будет. Куклы по всей карте. Тут, блин. Где я? Гнали хотя бы ты два сломай, вот что-то. Хотя бы ты один. А, уже сломал. Ну ты один, да, мы сломали. Ну просто у них всегда есть шанс идти через големов, через люкана. У меня, короче, два предмета где-то мои летают. А, вот они. Курьер не может доставить их мне. Ой, вот топоры дают. О, две рапиры, неплохо. Погай, ой, сейчас умру. Ты фуловый. Я сатаник успел прожать.
боже, вот это дичь. Так, крипчики еще и тут? Я одного хрипа сейблюсь, что-то даю с одним крипом. Да, моих крипов фармишь. Так, надеюсь, они ко мне не подойдут. Боже мой, что происходит? Фарм. Я пытаюсь остановиться, но не получается. Ой, жесть. Просто надо, знаешь, этот дисклеймер кинуть с приступом эпилепсии, не смотреть. Рампаги. Я в этой фигне бесконечно нахожусь. Какой? А, понял. Я вообще не пойму, где я нахожусь постоянно. О, Волнар пушит. Посмотрим по другим сторонам, что не надо. Слушай, убирай руки от клавиатуры. Смотрим на паком. Понимаю, чисто у нас лесу и у них лесу одновременно. Так смотри на карту шарики, как мы разлетаются везде. Да, вижу. Прикольно. Я вообще сейчас клавы не трогаю, отвечаю. Все, мы слушали все почти. Они появляются и умирают. Я что-то преуспеваю, что давайте. Я в этом двигался сейчас. В шифте. О, никуда не улетаю. А, нет, опять улетаю. Тебе так кажется, Влад. Твою мать. Это просто дичь какая-то сейчас была. Короче, пацаны, это просто смертельный прием, смертельный какой-то номер, да, вот конкурс, господи, какую херню я несу. Я играю на мипа. Подожди. А где варды? Можно? А, у меня один вард. А можно тут так же обузить? Нет. На челюсть можешь приручить тавр? Нет. Блин, нельзя, да? Азарь. Нет, а почему? Вот сейчас было. Она не ушла. Она вылетела, но дальше не пошла. Не, от своих крипов вроде нет, вот это не... Так, пойдем опять драться. Рошан? Да. Да. Давайте. Они, скорее всего, тоже пойдут сейчас туда. Они сразу тоже туда пойдут, походу. Вот, кстати, обычно на Рошане неправильно, нечестно. А зачем мы... Блин, на самом деле, мне кажется, Пангалер намного интереснее был бы. Наверное. Чисто визуально. Вон, уже видят. Давай, до свидания. Пошло, поехало. Пошли с Рубиком драться. Здесь, кстати, анимация атаки намного быстрее. Не надо. Да пусть тебя бьют. Да не. Да. Давай, а Лёня. Хоть одна каска вылетела? До конца. Ни одного каска не вылетела. На мужика. Нет, меня оставили. О, а куда полетел? Все, полетел. Здравствуй. Там вон мипа уже разваливает. Уфает. Да. На музыка. А это что такое? Тоже думаю, морда что-то. А, все, я полетел. Ой-ой-ой, я понял, что такое. Короче, я мипа, который стоит в харде. Я пожалел, что я только что пикнул этого героя. Надо было поменяться с Владом. Да. Ты полетел через всю карту. Почему под башню? За что? Я, короче, все. Я игрок, который не играет. Да, типа Пангалер. Это просто тупо летающий колобок. Да. С начала игры можно отпускать. Оп, кафешку у меня. Хорош. Ну, я тоже так себе буду, кстати. Потому что у меня нету таких скиллов, которые можно. Музыка. Дичь. У тебя, ты будешь самонить этих. Тебе вот это нужно. Тупо берешь самонить, того раз идешь. Да, посмотрим, будет самонить, не будет самонить. Так, когда полечу? О. Сейчас, сразу же. Да ты можешь отпускать эту клавиатуру. Ну да, тайтан с травагами.
А, нормально. Кстати, да, это тоже фигово. Ну, Сапфир у нас шестой получит, и он будет постоянно просто этот... В курсе держать. В курсе держать, да. Я тебя разогнаться тупо не могу. А я уже разогнался. А я кровь, нельзя подходить теперь к этому. А, вот они, вот они, вот они. Ты давай делись. Дерусь, а, дерусь. Я же, кстати, всех буду хилить постоянно, нет? Это, о, мой труп, я же буду, мой труп буду летит. О, постоянно. Да, вот это сейчас классно. Хоть что-то я буду, хоть что-то я буду полезен. У меня каски будут вылетать хоть одна? Курса. О, СК прилетел, привет. А, да, я буду противников тоже кидать. Пока. Прикольно. Ну сейчас умрет. А, он ульту кастанул. Отчего не знаю, но должен умереть. Не знаю, не знаю. Я его хилю! Я вас тоже хилю. Я врагов хилю. Я про врагов даю свой ультимейт на Оракле. Нормально. Мне нужен Аганим. Иди тавр, короче, навернули самой. Так, ладно. Одним ладно. Фармлю, вторым хит, не хит, фармлю. Получай. Господи, у меня на мипа сейчас голова закружится играть. А дай нам управление, мы помогать будем. Да не, ладно. Разберемся. Блин, а мипа у меня, ну, сам к себе прилетает постоянно. Неприкольно, к основному. Блин, а Бейн постоянно, типа, этот, жрет. Меня. Влад, прощай. Давай. А, меня сон прилетел. Мом. Воу-воу-воу! Залетел тут. Отстань на бейне. Возьми, огонимся, собери, слышишь? Да, я кстати, уже. Так, я забыл, что у меня два мипаря. У меня отхил от кого-то. Ой. Приходит. От кого, непонятно. От меня, от меня. Я же хилю. Ну, вот, там Чен, да, хилит. Воу-воу-воу-воу-воу, ну нет. А, у меня Бейн сразу двоих мипарей держит, офигеть. А, я зря нас тоже вкачал. Двоих держит. Он нас держит. Я зря ульту вкачал, ой, зря. Ай. Ты забудешь. Что ж катается? Ульта самое худшее, что я мог вкачать. Да не, у тебя гоним будет, тебе, тебе нормально. Зато БКБ. Чен грибов приручает. К башне иди, говорю, приручи. Меня да хорош с этими бейнами всякими держать. А можно больше хила? Я успокоился. А, иди сюда. Надеюсь. Надеюсь, надеюсь. Да умри ты. Нет. Уже. Бессмертный Леонид. Так, нам пушат снизу, если что, ребята. Я помогаю противникам. Просто помогаю противникам. А что здесь? Двоих убил. Как? А кто второй? Я не могу фармить крипов, потому что я хилю. Хорошо устроился. Пацаны сверху пушится. Оркич, не трогай моих крипов. Ты все равно не можешь. Нормально. Нет, я бью специально, чтобы у меня хилка оставалась. Сейчас бы гирокоптера приручить. Че, Гирыча приручил? Да, он только что Гирыча дал этот скилл, он не приручился. Спасибо. Блин, вообще разогнаться не могу. Так, можно мне 12 больно. Уровень, чтобы я килл больше? А, прикольно, понял. А, я тоже в ульте бейна. Супер плохо все. Да, у нас максимально слабые герои. Мне кажется, у меня скоро крипа не останется, которого я смогу убить. А можно жить как-то, а не на противников кидать? А можно, пожалуйста, на месте постоять чуть-чуть? Понял, нельзя. Ну вот, я там. Я начинаю телепортироваться уже понемногу.
Не, у меня, короче, проблема. Я накидываю ультимейт на всех противников. Мне главное, чтобы Чен где-то ходил и бил. Да, мне тоже. А вот, меня Санкинг просто убивает и гирокоптер. Я не могу. Я в лесу стою, и они приручаются. Эти крипы. Да вон крипы просто. Это, знаешь, я постараюсь пока пропушить там что-нибудь такое. И крипа, чтобы вообще достакать эту. Не, ну у меня бесполезный герой максимально. Не, но я умираю тоже бесполезно. Ура, не гоним! Не, ну у меня супер просто бесполезный, то есть я противников хилю, у меня первый скилл не работает, и ультимейт накидывается только на противников. То есть какой во мне смысл? Ну все, я в раш пошел. А у нас гира уже тут ломает, типа. А, кстати, я же меньше так могу встать. Просто трех человек засовывают. Я ничего не понимаю, что происходит. Ну, в принципе, как и до этого. Верно, обласило. Молнии надо собрать, молнии. Этот стоит. Молния будет имба. Да хорош всех поднимать. Да, уборки. Теперь реально надо молнии. Все, я раскастовался, кажется. Пошла жара. Пошла моча. Меня разлетается по всей карте. А, я эти могу и так это вот приманивать. Ты их на шестом левеле только взял, этот у меня сразу же, я тебе говорил, приручил просто. Слушайте, а выгодно играть против этого? Оракла. Да. Я говорю, типа, я просто противникам даю, типа, хил, ультимейт, и первый мой скилл не работает вообще. Он, типа, никогда не заканчивает каст. То есть, ну, у меня ни одного скилла рабочего нету. Грустно. Так, вам скилла хватает, ребята? Нет, не хватает, надо больше. Хватает, я фул хп вообще лечу, не так, блин, с мипарями не разойдешься по карте. А, кстати, они я Рошана могу так обузить? А, Рошана нету, кстати, да? Хотярский дрифт. Ну ничего, я просто иду на пролом и пушу. Мне тоже так кажется, но я стараюсь. Почти привел себе. Да, я привел. Нет, не привел. Так, усложняем задачу, покупаем аганим. Кура почти могет. Кура почти смогла привести айтем. А я привезла. А где вторая кура? Друзья, а где вторая айтем? Брайтер на базе. Какая боль. А нормально ли здесь типа хилить, да? Верно. Да, можно выжить. Нельзя. А пожалуйста. Нет. Нельзя, видимо, да. Где там крипы, они подойдут когда-нибудь или нет? Что такое крип? А, найс, хилишь. Я все, короче, я в раш реально пошел. Меня не остановить. У меня тут на базе просто тайт как бы живет. Сука, а у нас это пойти. Вейн постоянно живет. Ой, я запутался в своих мипарях. Да, 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 да. Он даже без этого пускает. Ну да, нормально. Не, ну тайда мы уже видели в этой постановке. Фух. Так, наконец-то. Я отпуфался. Не туда ты припуфался, Влад. Ой, не туда. Да, согласен. И что с этим делать? Я уже минут как две отпустил клавиатуру и просто поставил на слежение своим героем. У меня голова кружится немного, но мне весело. Так, его надо как-то отсюда прогнать. А мы его никак не прогоним, мы даже подойти не можем. Мы даже со стана выйти не можем. Это да, согласен. Но зато я их убиваю почти, практически, почти. Да, я убил. Да, ну не пуфайтесь вы, алё. Хочу. О, ништяк, прилетел. Прям а урон где? Не знаю, у меня кура летит, не долетает все. А где кура моя? Ого, там поприлетало. Что за ракетная атака? Это стан угрожает нам бомбардировкой. Трек такой есть. А где кура, в которой, блядь, походу она сдохла? Я не как раз.
О, больно. Я по всей карте ТП-шусь, я где угодно, но не на базе. Ну, я даже не знаю, нужно ли тебе идти на базу. Не, на базу точно не иди. Я тоже так думаю. Да, да мне все. Это а, ну что, я подстрял, типа, я тут ничего не делал. Жесть. То же самое, смотри, я ничего не могу сделать. Всем привет. Здорово, здорово. Здорово. Что гоняем? 9000. Я кого-то убил. Да, кто-то даже умирает. Можно Тайда убить, пожалуйста? Я смогу да убить, я не знаю, как его убить. Я могу убить, дайте мне. Не, просто понимаешь, если бы хотя бы не было контроля постоянного. Да, да. БКБ нужно все срочно. Как не, БКБ. Понятно его купить. Да. Могу купить вам, у меня 13 тысяч. Сейчас продадим предметы, короче, на базе, да. Ему просто. Слушайте, а может. Тысяча голды не хватает. Не, я могу продать предметы, попробовать купить форстаф. Но тогда вообще буду хилый. Хотя, в принципе, толку. Не, Тайтхантер это слишком жесткая имба. О, полетел. Воркич. О, минус. О, сейчас бабки будут. Или не будет. Или не будет. Или не минус, или там вражеский. Ой, самый союзный оракл засейвит противника. Не, ну то, что оракл сейвит противника, это вообще весело. Я говорю, это прям, нет, минус 3 скилла просто. А где куцачи постоянно, я не могу понять. Они иногда прилетают в тех, кто уже умер, если же. А. В этом проблема прям. Я даже не вижу себя. А, ну так мы даже не выходим, да, никуда? Ага. Да. О, умирай. Да, о, нет, нет, нет. Вот бедненько. Алло, алло, алло. Вот стол дофига. Криты работают, наш, мой шалбоков, или нет? Нет. О, курса, наконец-то. А я криты собрал уже. И толку. О, я у них на базе был. А ты собрал огоним себе? Да, а, давно есть, уже. Первым итемом собрало. Тебе надо по-любому брать молнии, диффуза и башню. Молнии взял, диффуза есть. Башню. МКБ, вообще. МКБ, конечно. МКБ, кстати, вот, прикольно. Я не хилюсь, где хилер, блядь? А я все, возьми я, себе, я съешь аганим, возьми просто себе сатаник. Сатаник. Я не точку, поэтому не хилю, типа. Блять, смысла нет в том, что я вот, вот так ебашу, я никого не убиваю. Да вот, 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 сейчас убьешь Тайтхантера. Давай, 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 давай. Все, до свидания. Почти. Он мертвый сейчас летал. Он мертвый летает до сих пор, мертвый просто. А почему ты не взял предметы? Ты ж на базе был. Я взял, он не, он взял, взял, но он не взялся. Возьми, купи себе аганим съешь. Выложить. Так подожди, у тебя есть аганим? Так, аганим. Подожди, схавать. Успел схавать. Все. Я все взял. Я и рапиру взял, и все взял. Хороший. Я бы на твоем месте дальше продолжал. Давай, вот тебе надо как-то... О, минус рапира, покупай еще одну рапиру. А зачем рапиру? У него же это не урон, да, а не фиксированный. Не будет от рапиры. Тогда баш. МКП, а, точно, башен. Точно. А можно выйти? А можно он умрет на сахаре? Да ладно! Нет! Там прыгает непонятно где. Ангалер просто летает везде. Что попробовать? Он же не бьет. Как у него все еще работают эти жировани? Все, настакались уже. Ну блин, они же не могут настакаться бесконечно. А трава, от самих равак стакается. От самих равак. Он смешанный равак идет. Стакается, стакается. О, убил кого-то. Радость. О, Санкинг умер. Тайдуху бы тебя убить. Ну, блин, вообще, Тайдуха он жирный, кобза. Ничем не могу помочь, ребят. А я спрятался. А я спрятался.
Я тавер бью, который не пробиваю. Бакл не бью тавер. Нет, тавер тебе бить не надо, тебе надо бомбить кого-нибудь. Ой, жизнь, все, хватит наркомании.